Всем привет, народ! Вы на, как всегда, на моих YouTube-каналах. Сразу перед видео я, как всегда, предупреждаю всех о рисках в инвестициях. Напоминаю, что риски везде и всегда присутствуют. Никого ни к чему не принуждаю, просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю, где можно заработать. А входить в проекты нет решения, принимайте вы сами. Подписывайтесь на оба моих канала. Первый канал — это Мегабабки. Второй канал — это Bitcoin Leader TV от канала Мегабабки. Ссылочки на оба канала внизу в описании. Сегодня поговорим о проекте, о нововведениях в проекте. Называется проект у нас Amadeus Bank. По проекту уже было куча видеороликов. И сейчас на проекте новая ступень эволюции. Проект нам предлагает заработать еще больше денег, но при этом с умным маркетингом. Поменялись тарифные планы. Я закончил свой депозит в размере 15 дней. Да, то есть 31% я заработал за 15 дней. В принципе, все почти деньги мне вывелись. Остался последний депозит, который я заказал вот недавно. Жду теперь вывода. В принципе, вывод, как всегда, 48 часов. Но в основном всегда выводится раньше. Ну а сейчас мы давайте посмотрим, что проект нам предлагает на новых депозитах. Новые депозиты нам предлагают 140% за один день. Задумайтесь, 140%. Но это немножко как бы уловка. Почему? Потому что если вы инвестируете маленькие суммы, вы не заработаете 140%. Вы заработаете 5% за один день. То есть это средний доходник. То есть мы можем видеть 140% за один день, да, тарифный план. Но при этом вы должны проинвестировать 25 000 $1. То есть 25 000 $1 вы должны проинвестировать. И тогда у вас будет 140% за один день. Ну, в принципе, да, тарифный план есть такой. То есть это все в одном тарифном плане. Вы выставляете сумму инвестиций, и от суммы инвестиций у вас уже идет расчет. Я, например, сделал инвестицию, точнее реинвест я сделал на $200. $200 я сделал реинвест, и завтра я получу $210. И $10 выведу, и опять буду делать реинвест. И так буду постепенно отбивать свой депозит далее. Давайте посмотрим. Второй тарифный план нам предлагает 320% за 5 дней. То есть минимальная сумма вклада здесь также же $25, и вы заработаете 130%. За 5 дней. То есть 5 дней вы не сможете ничего выводить. И после этого вы заработаете, да, то есть 30%. При этом вы должны понимать, что это более рискованно, потому что 5 дней вы ничего не выводите. А если считать с этим тарифным планом, то вы выводите ежедневно, даже если вы депозит свой не трогаете, а вы выводите проценты, то вы зарабатываете на процент. В принципе, чуть-чуть выгоднее, да, то есть за 5 дней вы заработаете здесь 25%, здесь вы заработаете 30% на втором тарифном плане. Но, в принципе, каждый выбирает свое, да, то есть можно по $25 закинуть на все тарифные планы и просто тупо собирать бабки, когда они уже там отработали, да. Есть у нас еще тарифный план на 10 дней 650%, ну, также же это же все. Вы должны понимать, минималка $25, опять же, 10 дней вы ничего не выводите, и 180% вы за 10 дней можете заработать. Также мы можем видеть, за 20 дней 1400, минималка здесь, опять же, $25, и 320% за 20 дней можно хлопотануть, не знаю, ну, заработать можно. 3500% за 50 дней. $100 мы можем инвестировать, здесь минималка уже $100, максималка, как видите, на первом тарифном, 5-хатка, да? И 900 мы можем заработать за 50 дней. И есть у нас 1000% за 5 дней, но инвестиция здесь уже $10 000 минимум, и максималка 50 000. И последний тарифный план, это виповский план, это от $5000 за 15 дней, максималка здесь уже, конечно, $100 000, и 1500% вы можете заработать. По партнерке мы можем видеть, что партнерка осталась та же, да, то есть расходность мы можем просчитать. Давайте просчитаем мой доход. Я проинвестировал $200, и мы можем видеть, первый тарифный план на 140%, да, процентов считается,
Но он идет мне 5% ежедневно. То есть 200 долларов я заработаю 10 долларов сверх. Вот как-то так. Давайте поднимемся вверх, зайдем в мой личный кабинет и уже там будем разбираться с тарифными планами, с выводом и так далее. Сейчас это все загрузится. Нажимаем «Войти». Сейчас вот так вот и нажимаем «Войти». Так, попали мы в наш личный кабинет. И здесь уже, конечно, мы можем, так сказать, разойтись. Сделал я реинвест. Реинвест делается легко. Вы заходите в My Investments, то есть «Мои инвестиции», после чего вам нужно выбрать тарифный план, открыть кошелечек, выбрать здесь кошелек, и здесь в самом низу будет еще кошелек, на котором у вас имеются средства. И вы их уже можете инвестировать с аккаунта. Что сделал я? Давайте зайдем в мои депозиты. И здесь уже будут отображаться мои депозиты, в которые, как вы видите, у меня 200 долларов. 23 часа у меня идет время, да, 140%. Но я напоминаю, что я заработаю 5% с 200 долларов. Это 10 долларов сверху. Это 210 долларов я завтра смогу вывести. Но я их не буду выводить, потому что я буду реинвестировать и зарабатывать все больше, больше и больше. Можно, конечно, зайти на 25 долларов и делать снежный ком, но при этом риски заработка намного, мне кажется, больше. Но каждый решает сам, как он, какими сферами, да, методами он будет инвестировать и зарабатывать. Так, ну и давайте зайдем в историю, да, и посмотрим, что же я заказал. Заказал я на вывод 5 долларов 25 центов. Так. Транзакция. Так. Зайдем в историю. Сейчас она у нас подгрузится. Как видите, моя история обрабатывается, да? Вот мне вчера вывелось 5 долларов 25 центов. Да, они вывелись без каких-либо проблем. Давайте зайдем в историю. Здесь мы можем посмотреть, где эти 5 долларов. Вот, 5 долларов 20 центов. Заходим. И проект Amadeus Bank без проблем. Все зачислилось, все хорошо. По тарифным планам они изменились, грубо говоря, сегодня ночью. Потому сейчас самое время зайти и попробовать заработать еще больше денег. И мы можем видеть, что мне вернулось 250 долларов моего депозита. Да, я со своего депозита сделал вклад и также ж вывел 5 долларов 25 центов и 50 долларов также ж я вывел. То есть, если деньги вот эти, которые я заказал, не выведутся, конечно же, это видео не выйдет. Если же эти деньги вывелись, то есть я его буду вылаживать только тогда, когда деньги мне уже выведутся. Потому что если деньги не вывелись, то проект закрыт, да, то есть это уже будет неправильно. Потому только после того, как мне выведутся деньги, то есть я получу деньги, действительно удостоверюсь, что проект реально платит, тогда, конечно, выйдет видео, и вы будете уже знать, что проект действительно платит, и каждый день, да, то есть я буду выводить по 10 долларов. Если вы напишите много комментариев, я обязательно буду записывать, ну, в принципе, могу записать ежедневное видео, что проект платит, вывел 10 долларов, вывел 20 долларов и тому подобное. Потому подписывайтесь на каналы, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, что риски все равно везде всегда присутствуют. Какие бы ни были топовые проекты, но риски всегда есть. Спасибо за просмотр. Всем пока.